сейчас мы будем вас делать прямым и абсолютно симметричным. Это заканчивалось некоторым патологическим переломом. Она, конечно, хотела умереть. Отставание там, в двигательном развитии. Здесь их не бьют, здесь их не насилуют. О них мало что известно, но они вызывают интерес. Мы находим людей редких профессий и увлечений и узнаем от них то, что вы никогда не спросите. Это больно. Вот миф такой. Вот. То есть может прийти пациент и очень как бы испытывать такой страх, что вы сейчас мне что-то сделаете, будет больно, вот, или еще что-нибудь там сломаете, к примеру, да, там. Вот. Но когда они все-таки ложатся и мы начинаем что-то делать, они понимают, что здесь их не бить перешли. То есть здесь их не бьют, здесь их не насилуют, здесь не совершает какое-то вот болевое действие. Вот. Лечение, оно происходит очень мягко, и они чувствуют расслабление. Вот. И, в общем-то, вот это вот, наверное, основное. Да, был случай, когда ко мне пришла на прием бабушка 80 лет, которая 2 года беспокоила мучительная боль в правой руке, неврологическая. И с точки зрения неврологии это практически вот бесперспективный пациент. Вот. Ну, она лечилась всем, там и препараты, и все прочее, вот, но ничего не помогало. И учитывая то, что уже давно, вот, и ничего не помогает, это, в общем-то, достаточно проблемно, да, вот, если так вот посмотреть. Но я взялся лечить как остеопат, вот, и она приходила регулярно, к счастью, и где-то, наверное, я думаю, что через полгода ее боль в руке прошла. И как она мне сказала, что учитывая ее возраст и учитывая то, что у нее болело 2 года, а все-таки пациента, когда, в общем-то, болеет и терпит боль так долго, у них депрессия возникает. Вот. И она, конечно, хотела умереть. Вот. Но когда ее рука прошла, в общем-то, она захотела жить. Вот. И мы с ней встречаемся где-то раз в год. Она приходит ко мне так вот на профилактику и просто поговорить. Вот, и рассказывает, как, чего. Вот. Но рука ее не беспокоит. И это было, наверное, лет 6-7 тому назад. Угу. То есть она ко мне все это время ходит. Но сейчас ей за 80 уже далеко. Ну, я думаю, что... Есть очень много разных видео в Ютубе, и это может быть совсем не остеопатия. Это может быть какая-то гимнастика, это может быть какая-то, не знаю, костоправские методики, там, мануальная терапия. В общем-то, каждый во что гораст, да, и сказать, что вот этот остеопат, например, мы не можем, там, просмотрев как бы в Ютубе какое-то видео. Вот. Ну, в общем-то, если говорить о приеме, как я его себе представляю, в общем-то, проработав с детьми уже порядка 10 лет, вот, каких-то резких движений с детьми не делает остеопат. Вот. Подкидываний тем более. Вот. Работа происходит мягко, то есть мы можем просто удерживать какие-то области тела ребенка, да, между своими пальцами, между своими ладонями, для того, чтобы ткань могла расслабиться, прийти в состояние равновесия. Вот. И сеанс он проходит вот именно так, то есть мы прикасаемся к определенным зонам тела, к черепу, к грудной клетке, там, к участку позвоночника. Переставляем руки, в общем-то, и вот в такой спокойной манере сеансы происходят, вот. Потому что до 5 лет
детям не делается методик вот с каким-то резким движением. Вот. Когда мы тянем что-то, подкидываем там, или тем более хрустим там чем-то. Функциональное нарушение, оно в любом случае подлежит коррекции. Какая-то проблема, за которую мы не можем браться, да, это есть. Например, если пациент пришел и нигде не обследовался, или где-то обследовался, но не лечился, например, с онкологическим заболеванием, например, злокачественное какое-то наобразование. И он говорит: остеопат, доктор, остеопат, полечите меня, пожалуйста. Вот, я верю в вас. Вот. Сделайте так, чтобы опухоль прошла, к примеру. Мы не будем за это браться, вот, и обещать ему, что он вылечится. Что касается вот лечения остеопатического, оно направлено именно на функциональное нарушение, я еще раз повторю. И функциональное нарушение, его не должно быть априори в организме. Вот. То есть это та ситуация, когда организм замкнулся. Ему нужно разомкнуться и расслабиться вот, в какой-то зоне. Да, и все, чтобы его какие-то анатомические, да, параметры, они пришли в соответствие. Вот, тогда и кровообращение, и иннервация будет в порядке. В общем-то, наше лечение направлено именно на это. Не на то, чтобы выправить человека и сделать его позвоночный столб абсолютно прямым. Да, там, вот. Или долгое время, там, например, у пациента такая адаптация была, что он там искривлен, да, в какую-то сторону, может, у него нога там быть короче, чем другая во взрослом возрасте, да, и мы говорим: вот, сейчас мы будем вас делать прямым и абсолютно симметричным. То есть никакого насилия не происходит. На самом деле вот эти вот природные процессы восстановительные, остеопат просто их чувствует. Вот. И он вместе с ними начинает просто процесс лечения. Вот. И он не сделает большего, чем природный процесс хотел бы для себя. Нет, это не так. На самом деле дети с ДЦП, наверное, все-таки по нашей как бы статистике это, наверное, какие-то единицы процентов. Это не часто. Вот. Ну, может быть, в силу того, что проблема, она как бы специфичная, вот, чаще всего все-таки приходят дети с более функциональными проблемами, с какими-то минимальными неврологическими проблемами, отставание там, в двигательном развитии, например, какие-то пищеварительные проблемы по типу запоров, там, срыгивание, какой-то дистонический синдром, там, мышечная кривошея, вот, это логопедические проблемы, это чаще всего, это может быть вот более 80%. Более сложные неврологи тоже обращаются, но, в общем-то, в остеопатии мы можем только отчасти помочь этим детям. Вот, решив только свою как бы, вот, работу, произведя вот именно по функциональным нарушениям. Потому что детям с ДЦП, вот, с такой сложной неврологией, необходим полный спектр реабилитации. Вот. И основной доктор – это реабилитолог. Но я думаю, что это минимально вообще вот в процентном отношении, что это вообще возможно. Реально навредить, наверное, сложно. Вот. Если только есть же, например, какие-то техники, в те же, например, манипуляция, вот, то есть трастовые техники, как мы их называем. Вот, когда производится резкое движение какое-то в сторону барьера. Ну, к примеру, там повернули голову, она там не идет. Сделали чуть больше в одну сторону, да, и, в общем-то, произошел щелчок какой-то, и, в общем-то, голова стала двигаться лучше.
Вот. Или какой-то другой часть позвоночника. Такие техники есть, и очень часто, например, мануальные терапевты их применяют, и, в общем-то, некоторым пациентам они очень нравятся, вот, и они производятся без каких-то проблем, но в некоторых случаях, в общем-то, мы должны учитывать, если уж мы хотим такие техники делать, и они, в принципе, в арсенале есть, у мануальных терапевтов есть в арсенале остеопатов, если, в принципе, остеопат желает делать какую-то такую технику, вот, и пациент не против, он, в принципе, может ее сделать. Вот, но должны учитываться некоторые вот, особенности. То есть, если у пациента, например, есть ссылка на то, что у него есть остеопороз, например, костей, да, размягчение костной ткани, вот. Или же есть, например, какие-то другие аномалии, например, позвоночника, вот, то это является относительным противопоказанием к этим методам. Вот. И, в принципе, случаи, не знаю, как в остеопатии, но, в принципе, в мануальной терапии я слышал, когда, в общем-то, доктор проводил какое-то лечение, и, в принципе, это заканчивалось некоторым патологическим переломом, ну, к примеру, да, когда, в общем-то, сошлось что-то негативное, да, вот в плане вот остеопороза, например, там, и какой-то вот очень большой силы, примененных там к пациенту. Вот. Но в остеопатии, в общем-то, чаще всего мы более мягкие техники применяем, вот, и даже если применяются такие с движением, то они применяются достаточно мягко. Вот, и учитывая все какие-то вот возраст пациента, да, его какие-то вот особенности. Ну, на самом деле, это если взять, например, экономические, вообще в широком смысле, да, сколько пациент может потратить на лекарства, на другие методы лечения, да, это может быть и дешево на самом деле. Вот. Если он решит свой вопрос, и это может, например, для него быть быстрее и дешевле. Вот. А с другой стороны, чтобы получить необходимые знания, да, и теми, которым остеопат работает, он, в общем-то, тратит время и деньги, на самом деле, очень немалые. Вот. И может быть, также цена строится из-за специфичности, то, что специалистов таких немного, вот, и трудоемкости. Все-таки это доктор, который не просто на вытянутой руке работает, да, он, в общем-то, как и хирург, например, да, может работать руками, только не разрезая, да, а работает физиологически, на уровне физиологии. Вот. И сам остеопатический сеанс, это можно сказать, как операция. Операция, но только функциональная операция. Вот. И, в общем-то, поэтому и цена такая. Но, с другой стороны, если вы пойдете к стоматологу, это тоже специалист, который работает руками, работает кропотливо какой-то со своей спецификой, там тоже даже дороже, чем в остеопатии.